Ну и давайте смотреть. Последние секунды большинства. 5 на 4. Бросок. Роман Вилл. Автомобилист так играет, как будто они просто на удержание играют. Вот я и говорю, меня вот это пугает. И Макеев. Назад. Трямкин. Расчертили все неплохо. Бросок. Ой-ой-ой-ой-ой. Ужас, конечно. Что он делает? Дацук! Дацукище! Это 3-1! И опять, как он неудобный, да? Кстати, одинаковыми бросками. Просто бросок руки. Какой-то феноменальный. Павел Дацук, что ты делаешь с этой лигой? Шикарный гол. 3-1! Да, мы прям в девятку точно. Ну вот и все. Пилот, привет.